Если вам показалось, что транспортного коллапса более чем достаточно, спешим вас разочаровать. Массовые перебои в подаче электроэнергии станут повсеместными. Рекордно высокое потребление приведет к тому, что миллионы людей окажутся в крайне затруднительном положении без света. К тому же, неизбежно возрастет количество смертельных случаев, так как жара негативно сказывается на здоровье пожилых людей и людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Не обойдут стороной перебои системы связи. Даже наш новостной канал в Telegram будет недоступен. Если мировые лидеры не прислушаются к предупреждениям ученых и не предпримут меры по снижению выбросов СО2 в атмосферу, именно такое будущее ждет всех нас. Обсудить эту и другие новости науки и технологий можно в комментариях. Подписывайтесь на канал, жмите на уведомления, чтобы не пропустить новые видео.